Дорогие друзья, я хочу вам показать вид на город Ереван сверху. С одной высоты вот здесь вот собачка нас встречает, смотрите. Здесь тигр сидит там, к нам в спину. Сейчас я покажу. Тигр, если увидите. А вот здесь такая беседка. Привет, привет, друг. Передай привет моим подписчикам. Давай. О, передает привет вам. Друзья, черная собака — это хорошая примета. Вот такая беседка, там отдыхают люди, там они поставили тигра такого, чтобы он сторожил. Ну и вид, собственно, наш вид, который мы хотим показать, это славный город Ереван. Да, мой дорогой друг, ты уже давно здесь живешь, много собак здесь тоже. Там, в той стороне вообще, есть гора Арарат, которая сейчас... на территории Турции. Ну вот так вот видно красиво. А там вот эта телевышка. Видите, вот это вот. Тут камни. Здесь можно немного пройти. Вот так вот чуть-чуть пройти. Я здесь долго шел к этому месту. Посмотрел до этого крепости Либуни. Всем это впечатлился. Но и хочу просто поделиться вот таким вот видом. Славный город Ереван. Красиво, не правда ли? Приезжайте сюда, здесь очень жарко. Но красиво и интересно.